Привет всем любителям зомби-фермы, кто когда-то играл в эту игру ВКонтакте, может там, или не знаю, где она там еще могла быть. Вот, теперь эта игрушка доступна на всех платформах мобильных устройств. Просто скачивайте ее в App Store или в Play Market. Да, тут как бы уже нету такого онлайна, типа там друзей добавления и там шастания по островах. Типа своих друзей, там, ну, все такое. Вот обычная такая зомби-ферма. Так, тут подарочки сейчас под день Валентина, раз. Вот таким вот образом каждое воскресенье можно по 10 зомби-баксов себе копить. Вот я уже сколько накопил. Это учитывая, что я уже наконец-то купил себе этот аэроплан. Кстати, вообще отличная штука. Получше, чем эта бригада зомби. Вот. Есть у меня там обзор, как это все работает, как я это все покупал. И сейчас я хочу как бы показать, как можно заработать на этом монет. Вот я уже полностью прокачанный, все у меня есть. Ну вообще все, что только можно. Так, вот у меня монет, видите. Ну, не очень много. Ну, я постоянно выращивал. Ну, разные у меня тут есть сорта, чего угодно. Вот я белую руку постоянно выращивал. Так. И сейчас мы эту продукцию всю продадим. И посмотрим, сколько у меня получится монет. Это как бы... Самая дорогая, по-моему, черная рука дороже или нет, или это дороже. В общем, самая выгодная на монеты, если так разобраться, можно нормально на ней подняться. Вот, мы сейчас все продаем. Смотрите, у меня уже тупо миллионы растут. Миллионы, уже 20 миллионов. А было 30, там что-то, 36 тысяч или сколько, да? Сейчас пока все продам. Нормально уже 50 лямов пойдет. Я еще не все продал. И, ну, все, 300 остается. 68 миллионов, ребята. Вот это именно рывок. Просто скачок. Так, пойдем на домашний остров. Тут, конечно, хотелось бы перестановочку немножко делать. Вот этот автомат, это вообще шикарно. Просто все собирает. Так, собираем вот это все. Здесь я как бы великую зомби-стену построил. Тоже такая прикольная штука. Очень много ресурсов дает теперь мне. Вообще, с этим автоматом, подумаю, побольше зданий настроить. Вот маяков наставил, чтобы поднять шестерни. А то у меня там вообще что-то 300 их было. Уже 1700. Вообще, четко. Вот, аэропланчик есть на всех островах домашних. И на том, и на этом. Как бы потому что он в воде, и это автомат можно и здесь, ну то есть нужно и здесь покупать, и там. Ну зачем, если на одном острове можно держать все эти здания. А здесь я просто деревья насадил. Сейчас хочу все сундуки открыть чисто. Так, больше здесь деревья лучше не садить, буду садить их там. Открою все сундуки сейчас. Вот с апельсиновых, как бы после апельсинового дерева, как сундук, вот так вот выглядит, как оно все там находится в нем. Блин, кстати, за этими зданиями, блин, они не прячутся, как остальные. Трудно что-то открыть сундуки. Не вижу, может там еще где-то сундук есть. Все это апельсины, мандарины, еще коллекции всякие падают. Ну давай, зомби, быстрее собирай это все дело. Куча мандаринов там, я понял. Это временная коллекция или какая там? Так, вроде бы все, ну, что-то подозрительно. Так, а здесь у меня лимонные деревья были. Сейчас посмотрим, что здесь выпадет. Ну, там вообще в описании есть, конечно, под деревом, что там выпадает. Ну, лимоны, и там тоже какая-то вкусная коллекция или какая там. Так, кинотеатр нам не нужен.
Сейчас посмотрим по коллекциям, что тут у нас. То есть, не у нас, а у меня, конечно же. Вот это набили все рыбаки и кладоискатели. Вообще у меня тут грех жаловаться. Тоже есть видос, где их по скидке просто купил. И вот опять собираю, думаю, еще купить. Может, конечно, поваров побольше набрать, тоже нормальная тема. Так, вот, вкусная коллекция. А это была и временная, да, так. Ну, нормально, нормально. Так, еще дооткрываю все эти сундуки. Так, блин, кинотеатр этот вообще покоя не дает. Итак, наконец-то я эти сундуки высобирал. Теперь вот еще на этом острове остались. Ну, здесь все подряд. Кроме вишень, конечно, они за баксы. Что-то не хочется их покупать. Пока, может, когда-то скидка будет там, чтобы еще чуть-чуть дешевле. Так, сейчас пооткрываю тут все сундуки и заново насажу деревьев. Только чтобы красивенько все было, по порядочку, линию там. А то здесь немножко, видите, как сундуки лежат, то чуть-чуть бардачок был, короче. Так, вот яблоко, ну здесь в основном яблоко были. Вот здесь где-то должны начаться уже лимоны с мандаринами или не. Вроде бы должны. Так. С яблок падает. Это страшная коллекция или еще какая-то. Это ладно. Все равно нормально. Хоть что-то. После яблок остается тоже. Или вообще после этих деревьев что-то остается. Так, баксиков, блин, а было. Ну, там скупился, не помню. Ну, не ноль, конечно, было, ну там. Может, баксов 10-15. Уже 276 я насобирал. Это вот сколько времени прошло. Ну как, прошло то нормально. Уже месяца 3, может, больше, даже не помню. Постоянно вот выполняю все задания на временных островах. Вот появляется, видите, здесь 10 дней осталось и 22 часа. А здесь вот день и 2 часа осталось. Вот два острова. И постоянно здесь выполняю все задания. И тоже там на этих островах тоже можно заработать баксов себе. Блин, плохо, что аэропланом нельзя открыть все сундуки, например. Вот было прикольно, конечно. Когда насадил сколько деревьев, потом открывай, бегай. Так бы раз, открыть все сундуки и все. Бригада зомби даже не поможет. Ну, блин. Придется много времени убить на это, чтобы все открыть. Прям очень много, блин. Да, одни яблоко что-то пока. Не пойму, здесь уже... А, вот, да, апельсины есть. Думаю, здесь уже, ну, вроде бы росли у меня и апельсины, и лимоны где-то росли. Где-то вот уже поближе должны быть. Так, ну давай быстрее, 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 быстрее. О, вот и лимоны пошли. Не знаю, может пропустить, пока я это все открою. Думал, быстрее будет. То же сколько это времени займет, пока это все откроется. Даже не знаю. Если бы можно было перейти на другой остров, а здесь бы он открывал дальше. Но зомби-то один, он перейдет как бы с моим кликом на другой остров. И это все перестанет открываться, конечно. Что плохо. Так, это с временного острова. А это вот задание. Почините зомби. А, кстати. Вот у меня такой вопросик еще есть. На острове любви колодец как бы бесконечный. То есть доходит до 100 уже этих топоров, всех кирок, инструментов, короче. Он стоит такой золотой, типа звездочка, он как бы должен рассыпаться. Но он заново такой же стоит. Ну, это уже миллион раз было, и, короче, ничего не пропадает. И есть такое самое на Безумном острове. Только там у меня два колодца таких стоит. Вот, может, покажу.
Ну, дальше Безумного острова я боюсь переходить, потому что не знаю, вдруг там не будет уже таких вот как бы колодцев. И, ну, колодец очень быстро рассыпается, его намного не хватает. То может кто-то уже проходил далее, ой, кто-то проходил далее, вот необитаемый там или еще какой-то остров. Может кто-то знает, где там тоже такие колодцы, или это только на этом острове, или это только глюк у меня какой-то был, не знаю. Потому что вот здесь можно по двум линиям переходить, да? На секретном острове ничего такого не было. Я переходил, переходил, переходил. Вот я уже где грот. Ну, все сундуки там просто рассыпаются. Вот, а на Безумном острове два колодца. То есть сундуки, говорю. Колодцы рассыпаются. Вот. А на Безумном два, как и здесь один, как бы стоят. Если бы все три здесь стояли, на острове Любви, конечно, было бы вообще круто. Но что-то так, не знаю, что, как так, или разработчики так сделали. Что-то в интернете искал, может, плохо искал, но нигде не нашел информацию, что это с колодцами, и что они бесконечные, и только ли у меня, или только ли на этих островах. Потому что если так, то перейти с Безумного острова, потом придется эти колодцы все время покупать. Они-то... Ну, 50 тысяч монет, для меня уже монеты это не страшно, вот за ресурсы их ставить, вот это уже, конечно, такой именно бонус. Чуть-чуть потяжелее будет. Как бы так, ладно, засеем здесь пока. О. Вот эта белая рука стоит 2000. И можно собрать через полтора часа 4 урожая. Вот. Да, она самая дорогая. И, ну, по времени такой оптимальный вариант, полтора часа. Есть тут и больше, вон, сон дрова 6 часов. Ну, не так выгодно будет, как белая рука. Так, пускай засеется все. О, как чисто стало прям, без сундуков. Так давно хотел их все открыть. Ну, как давно. Готовился к вам, ребята. Мальчики, девочки. И, может, какие-то там другие формы жизни смотрят мой канал. Зомби какие-то там. Инопланетяне, драконы. Так. Ладно, это я все так. В шутку все же говорю, ну. Что же так долго он их собирает? О. Начинать уже ставить деревья, ну блин, хочется, чтобы ровно было. А то сейчас через эти сундуки это не очень ровно может получиться. Куча яблок, куча яблок. Да, лучше сундуки постепенно собирать после деревьев. Вот, кстати, тоже, есть ли какой-то квест? Не знаю, думал, может будет, ну да, какой-то квест там дальше по островам. Что типа нужно будет открыть после деревьев какие-то сундуки там, например, после мандаринового дерева. Оно растет, ну скажем, не быстро. И думал, может пригодится там, типа, по квестам потом открою. И так накопилось уже полный этот. Вот видите, мандариновое дерево. 120 часов один урожай, а их там 10, по-моему. Или 5? Не, 10, да. Вот. Там лимон, вот лимон чуть меньше, 72 часа идет. Ну, яблоко сутки, по-моему, там. Вот вишенька тоже сутки. Ну, 5 баксов. Смотрите, 5 баксов дерево, 10 деревьев уже 50 баксов, 20 деревьев 100 баксов. Ну, кто знает, нужно оно, не нужно это дерево. А, яблоня 48 часов, я думал сутки, ничего себе. Ну, оно вообще дешевое, конечно. Вот. Так, если, может, кто-то там уже вот вообще все быренько прошел, не так, как я стараюсь на острове побольше всего повырубывать, там, ну, как бы, ресурсы, ресурсы. Вот. То есть ли какой-то квест в этой зомби-ферме, где нужно сундуки после деревьев открывать? Ну, если нет, то, конечно, хорошо. А если есть, то плохо, если не подготовлен к этому. Придется ждать, пока все деревья, ну там,
те, что по квесту, ну, нужны будут, пока соберешь весь урожай, ну или использовать удобрения, если есть оно, конечно, для деревьев мгновенное. Но это на одно дерево сразу нужно 10 штучек. Это как бы много. Они вроде и за баксы продаются, эти удобрения. Так, это на День Валентина всякие тут прибамбасы продаются. Нет, что-то здесь нету. А вот расширение. Где-то здесь, по-моему. Ага, удобрение, да. Ну, как бы тоже не дешевая такая штука. 200 баксов, 800 штук. Ну, 100 штук 50 баксов. Ну, все равно. Конечно, если покупать, то выгоднее уже сразу за 200-800 штук покупать. Ну, как бы не хочется на такое тратить баксы. Так, и наконец-то момент истины настал. Сейчас я буду садить здесь деревья. Много-много деревьев. Так, давай. Не вижу там. Вроде все уже. Не должно быть ничего тут. Да. Я все собрал. Наконец-то. Так, а теперь буду садить. Начну, пожалуй, наверное, с самого дорогого. С мандаринов начну. Так, вот это что-то как-то оно тут неправильно. Как бы должно... О, вот, на краюшке появилось. Нормально. И садим. Ровно в линию оно так само ставит. Очень классно. Так, 68 миллионов было. Смотрим, сколько я потрачу. 65. Уже 3 ляма спустил. Так. Что-то как-то, блин, опять пошло садить по-кривому. Что ж ты делаешь? Вот гад. Смотри, что наделал. Получается здесь 3 полосы, а потом опять идет в 2. А, вот так вот, да? Ну, нормально. Меня такое устраивает. Так, садим. Так, сколько миллионов можно одними мандаринами все засадить. Так, есть. Садим. Вот так четенько все. Зелененькое такое именно, ровненько. Так, а теперь лимончиков немножко посадим. Нужно же всех деревьев насадить. Так, не понял, что неровно. Нужно именно в самый краешек, давай. Что-то не хочет компьютер этот думать. Как-то нужно так. Блин, ну как его так ровненько поставить? А, не, ну что ж ты, поставилось дерево, ну ладно, что уже сделаешь. Его, в принципе, можно было переставить, ну ладно, уже не буду заморачиваться за одно дерево. Пускай будет так уже. Буду садить, там будет видно. Так, лимончиков насадим. А, в принципе, еще и ровно посадил, вроде бы. Так, тоже три рядика. Так, есть 3 ряда мандаринов, 3 ряда лимонов. Яблок у меня и так много, ну посажу тоже там, сколько вместится. Так, не понял. Снова оно что-то. Так, чуть-чуть еще. Ну, в общем, как-то так. Так, здесь сразу 2 что-то идет. На еще один вместится, нечего, оно так начало садить. Как-то интересно просто. Ага, ну и все. Яблок получилось 2 ряда. Ну ничего страшного. Зато все красивенько, ровненько. И теперь берем все, поливаем. Сразу бам. Ой. Не туда нажал. В общем, вот такие вот дела. Жду ваши просмотры, комментарии, вопросы, ответы на мои вопросы. Может, что-то пообсуждаем в комментариях. Вот в следующем обзоре, конечно, поназываю интересные вопросы и лучшие комментарии. Так что пишите, прорекламируем вас в своем видео.
Ну все, вот, что, собственно, хотелось сказать. Все, до следующих встреч. Ребята, друзья, всем пока.